только... Вы кто ему? Я соседка. Тем более. Насчет орденов. Зачем вы это? Это не я, это все так говорят. И что они говорят? Ну, что директору орден за это, а теперь он отсюда в Москву подался. Но это же неправда. А вы почем знаете? Я знаю, потому что... Как видите, я не в Москве, я здесь. Я директор комбината. У нее фамилия матери. Извините, мы не знали. К вам лично у нас никаких претензий нет. И Алеша вас спрашивал. Может, вам лучше тогда не приходить? От греха подальше. Ну, не переживай ты так. Она же сама подтвердила, ты сделала все, что могла. Вода-то, небось, градусов 10 была, а у него почки. Нет, конечно, это все ужасно, что и говорить. Но у врача, как у юриста, должен выработаться какой-то иммунитет. У врача особенный, иначе как же жить? Вы своего первого подзащитного помните? Конечно. Ну так вот, а я своего не защитила! Наташа, ну... Но бывает, что медицина бессильна. Может, им чем-то помочь? Хорошо. Ну, пособие или... Не будет ли это, как бы, признание нашей вины? Ведь и так слухи поползли. Да-да. И прокурор сегодня во время допроса экспертов. Что прокурор? Да нет, это я так вспомнила. Да, вы правы. Конечно, надо помочь. Ведь это не обязательно слабость ответчика. Просто нормальное человеческое сострадание, ведь так? Нормальная человеческая реакция. Я не поеду с тобой. Куда ты со мной не поедешь? Я здесь останусь. Так. Понятно. Это что за дурацкие мысли? Ты меня, конечно, извини, я по-свойски. Ты же взрослый человек. Врач. Да если каждый врач будет